сколько ты всего получил банов в игрушке Stand of 2? Просто скажи, сколько у тебя банов? Сейчас будет просто лютый трэш. Не короче, понял. Мне... Это что такое? Это новый джиком. Всем приветик, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня мы узнаем, сколько же стоит инвентарь читера. Но перед началом данного видео хочу сказать то, что играть с читами это плохо, запрещено правилами данной игры, и самое главное, за все эти читы он, ребята, очень-очень жестоко поплатился. Народ, на каждое видео я трачу очень много времени, поэтому для меня очень важна ваша поддержка. Я вас очень прошу, помогите мне набрать 500 000 подписчиков. Ну, пожалуйста, прямо в эту секунду подпишитесь на мой канал. Даже те, кто случайно на него зашли, пожалуйста, подпишитесь. Я очень на вас надеюсь, вы самые лучшие. Ну что же, поехали. Доели стандартные скины в Stand of 2? Хочешь себе топовый инвентарь, но кошелек невелик? Тогда заходи на steadydrop.ru, открывай бесплатный... Ты каждые 3 часа и выигрывай лучшие скины от 10 рублей. Гарантированная доставка, удобные способы пополнения и, безусловно, прозрачный дроп. Открывай с удовольствием на steadydrop.ru. А промокод Кент умножает сумму в 2 раза. Ссылка в описании. Всем привет, ребята, Кента пока на проводе, и сегодня я не один, со мной человек, которого после выхода данного видеоролика забанят. Это, ребята, самый настоящий читер. Владмикс, поздоровайся. Йоу, друзья, всем здарова, с вами я, Владмикс, и сегодня у нас будет супер-пупер интересный видеоролик, так что смотри обязательно до конца, будет реально очень круто. Да, братишка, и пожалуйста, поставь лайк, потому что я, ребята, пытаюсь немножко менять формат, поэтому если мы наберем 5000 лайков и много новых подписчиков, то я приглашу в гости киберспортсмена, поэтому ставь лайк, ну а мы начинаем. Прямо сейчас мы проверим, насколько же Владмикс читер. Просто поиграем с ним немножко дуэль, просто проверим. Но, ребята, перед началом данного видео хочу сказать, то, что играть с щитами плохо, и, честно говоря, мне не нравится, я вам не советую. Аим и ВХ? ВХ и Аимчик. Я тебя могу вот так через стеночку прострелить. Ну попробуй, что-то пока что у тебя не очень получается это сделать. Не очень, да, но я вижу, откуда ты стреляешь. Ага, ну давай, иди. Я уже знаю, где ты. Так, ё-мо, слушай, ах, как ты через стенки стреляешь? Охренеть. Так, конечно, простреливай-то, у меня есть пуха. Блин, я, ребят, конечно, все по... Блин, ну как? Как ты это делаешь? Так, ребят, это было обидно. Я думал, ни у кого уже нету сомнений, что Владмикс нехороший человек, и он читер. Твою ну, налево. Да, да. Через стенки убивать кента? Не, ну это вообще совести надо не иметь. Офигеть. 5 минут later. Так, ну чё, играем дальше, 4-1. Я решил взять АВМ. Ё-моё, АВМ. Ну давай, там. Я понял, без комментариев. Ну, друзья, также читер может показать то, чего нету ни у какого игрока в стендофе. Только если он, конечно же, не скачал тоже читы. Не понял. Это что такое? Это новый джиком... Керамбит? Ё-моё! Смотри на этот керамбит, ты где-то видел такой скин? Не, ну ребят, давайте говорить на чистоту. Да, такого керамбита ни у кого нету, но тем не менее, керамбит голд покруче. Вот, пожалуйста, подписчики, прямо сейчас напишите, чей скин, чей керамбит вам нравится больше, читера или мой? Бы твой выбрал. Короче, этот скин называется «Скоро бан», правильно? Да, скоро бан, это точно. Рубрика «Ответы на вопросы». Первый вопрос. Почему ты читер? Читер. Да, потому что мой аккаунт основной, в который я вложил 8000 рублей, забанили, и, собственно, я как бы больше не видел интереса играть просто так в игру, потому что без скинов как-то не очень. И, собственно, скачал читы и решил поэкспериментировать, что из этого выйдет. И в итоге стал читером. А теперь такой еще вопрос, немножко провокационный, но все же. А тебе самому нравится портить игру другим игрокам? Нет, Кент, вообще не нравится, потому что это ужасно. Никому не советую играть с читами. Я просто показываю реакцию игроков на читы. И мне кажется, это интересно и занимательно смотреть. Ну, в общем, ты используешь читы только для видео, правильно? Для видео, правильно, я просто так с ними не играю. Ну, это хотя бы радует, потому что я считаю, что играть с читами это плохо, и тем более за это можно получить бан. Ребят, это самое главное. Просто вопрос. Сколько ты всего получил банов в игрушке Stand of 2? Просто скажи, сколько у тебя банов?
Ну, пару десятков там точно набралось. Мы просто, ребят, разговаривали немножко до видео, и Владмикс мне сказал то, что у него было 25 банов. Вы только вдумайтесь, да, 25 да, банов. Да. Поэтому играть с щитами точно никому не советую, иначе будет ой-ой-ой как больно. Как давно ты стал читером? Не обязательно в стендоффе, а вообще в любой игре. Смотри, Кентух, короче, читером я стал буквально месяц назад, и, собственно, все. А, ну, хотя бы недолго, это радует. Как тебе относятся игроки на серверах? Очень агрессивно, я бы даже сказал. Может, иногда встречаются мои подписчики, они как бы понимают со мной, даже угорают вместе, но, блин, все равно, игроки как бы бомбят, и, блин, это... Да, ребят, жестко. Мы просто играли немножко до записи, и вы не поверите, какими только словами не обзывали Владмикса, вы просто не представляете, и обзывали, и желали ему смерти, чего только не желали, поэтому, ребят, читерам, еще раз повторюсь, лучше вам не становиться, иначе вас все будут хейтить. Слушай, такой вопросик, только давай вот нам нужен инсайт. Просто инсайт, когда, посмотри мне в глаза, когда ты перестанешь быть читером? Это очень скоро, я бы даже сказал. Не, ну серьезно, давай так, типа, давай какой-то инсайт. Вот при каких условиях ты перестанешь быть читером? Если меня кто-то научит нормально играть, потому что я сейчас нубик без читов, и если меня кто-то научит нормально играть, то, собственно, я не против. Ну окей, я постараюсь тебя научить нормально играть, но ты с читами больше играть не будешь, окей? ФСБ, ты ж проигрок. Ну да, смотри, как я в голову стреляю. Оп. О, ну все, да, точно. Слушай, такой вопросик. А что может вот самое-самое жесткое делать читер? Просто скажи. На самом деле у чита очень много функций, но самые прикольные, которые вот я уже тебе показал, это получение ножей. Мне кажется, они самые прикольненькие. Ребят, ну знаете, в чем прикол? Как только он получает нож, буквально через 1 или 2 часа его банят. Поэтому смысла от читов я лично не вижу, потому что вы сразу получаете бан. Как быстро тебя банят после использования читов? Буквально час проходит, за 2 часа уже точно забанят мой аккаунт, и я уже не смогу зайти в игру. То есть, ребята, при использовании любого чита вас буквально через 2 часа банят, поэтому я вам не советую. Сою. Ну что же, ссылочка на канал Владмикса будет в описании, ну а прямо сейчас мы узнаем, сколько же стоит его инвентарь. Ну что же, и прямо сейчас мы узнаем, сколько же стоит инвентарь читера. Да-да, сейчас будет просто лютый трэш, потому что для подсчетов, сколько стоит его инвентарь, мне даже не понадобился калькулятор. Ребята, внимание, инвентарь читера стоит 0,05 голды. Знаете почему? Потому что он читер и его постоянно банят. Поэтому, ребята, никогда не используйте читы. Ребята, у кого дороже инвентарь, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Мне просто будет интересно почитать, угарнуть. Ну что же, ребята, в принципе, на этом все. Обязательно поставьте огромный лайк, подпишитесь на канал Кента ПК и напишите любой хороший комментарий. Также напишите, кого позвать следующим. С вами был Кентуха, всем удачи и всем пока. Пока-пока!